Время идет, и все развивается в другом русле, и все становится более какие-то высокие технологии у нас появляются. Поэтому, конечно, это все удобно, но с этим что-то ушло. Мне просто было интересно, когда в этот период, когда сказали, что Инстаграм не будет работать там, Да-да-да. да, и я не ожидала, что писали, хоть бы, быстрее бы. Я думала, что сейчас у всех будет паника, и очень много я прочитала такого, что хоть бы, быстрее бы, хоть бы перестало все работать. Но на самом деле, чтобы люди научили воочию общаться, вот Да-да-да. просто общаться живьем, как мы раньше Да-да. собирались, общались, смеялись. Сейчас вот это ушло. Вот очень, очень жалко, что вот это Там яишенку ушло. пожарил, собрался там Да, и раньше никто никого не предупреждал, там, ой, сегодня вот пироги пошли, там, да. пришли, посидели. А сейчас все заняты, надо заранее знать, дома, не дома. Ну, как бы это все нормально, но что-то ушло, вот какой-то вкус жизни той. Все-таки, наверное, вот если медицинским термином выразиться, все должно быть дозировано. Уже от телефонов и от цифровизации, от этого мы никуда не уйдем. В этом есть много положительного, Да, мы к это этому уже привыкли уже, обратной да? дороги здесь Да, уже обратной нет. дороги нет. Но, наверное, во всем нужна доза. Это как вот вы там препарат какой-то вводите, наверное, есть какая-то А доза. как ее дозировать? Это уже Ну, на кто-то живое может, а кто-то общение. Ну, нет. да, Да, кто-то здесь. может вот отключаться от телефона, когда там, допустим, встречаешься, где-то сидишь, а кто-то даже там не может.